И давай мы с тобой просто откроем мегаящик, и нам выпадает шестерочка. Обработка платежа, платеж выполнен успешно. А мне это нужно для того, чтобы я просто купил немножечко удвоителя жетонов. Здесь, конечно, у вас еще есть акция, 2 целых бравлера за 80 гемов всего лишь. И, блин, можно было бы так-то их купить, но мне гемасиков немного нету, поэтому я лучше куплю просто удвоитель жетонов. И я так думаю, то, что сегодня я апну себе на этом аккаунте 2 костыря кубасиков. Удвоитель жетонов мы купили, это хорошо. У меня уже почти что есть 2 костыря кубков, и я так думаю, то, что мы сегодня, конечно же, с тобой добьем. И могли бы еще забрать Динамайка, но нет, мы не забираем путь к славе, потому что наш аккаунт называется даже Путь без славы. И мы должны, конечно же, этому всему следовать. И смотри, у меня уже получается есть 22 уровень Бравл Пасса. И как ты понимаешь, здесь есть еще несколько ящиков, которые я тоже, скорее всего, сегодня открою на видосике. Но для этого нужно сначала все-таки выполнить нашу цель. Да, под здесь 2 косаря кубков. И давай я, пожалуй, к этому сразу приступлю. Или что? Или сначала может все-таки один ящик открыть. Ну ладно, так уж и быть. Давай откроем один маленький ящик, так сказать, чтобы было немного поинтереснее играть. Но перед тем, как я его открою, я тебе хотел напомню то, что у меня в комментариях внизу под видео ходит такая легенда. Если прямо сейчас поставить лайкос на это видео, подписаться на канал, поставить колокольчик и написать внизу в комментариях под видео бравлера, которого ты хочешь выбить, он тебе в скором времени обязательно выпадет. Смотри, короче, самый настоящий лайфхак. Просто напиши внизу в комментах под видосиком бравлер легендарка Амбер, и тогда он тебе 100% скоро дропнется. Я очень сильно в этом надеюсь, после того, как он выйдет. Но пока что мне нифига не выпало. Мы просто чуть-чуть увеличиваем наши шансы, и потом получается, когда я следующие ящики буду открывать, мне уже 100% что-нибудь выпадет. Ну а пока что мы давай, конечно, разыграем столкновение плюс, потому что мне нужно как можно быстрее нафармить себе 37 кубков. В теории это можно сделать даже за 2 катки, но, блин, я думаю, то, что у меня за 2 это сделать не получится, поэтому давай хотя бы попробуем за 3. Это получается мне минимум нужно в каждой катке убивать примерно по 2, по 3 бравлера. Окей, я думаю, то, что это будет изи задача на самом деле, и мы, конечно же, с ней справимся. Но я это смогу сделать только в том случае, если ты мне в этом поможешь. Поэтому, пожалуйста, поставь лайкос на это видео. Так, все, короче, я думаю, то, что лайки, конечно же, мне помогут. А я пока что начинаю потихонечку тут фармиться. У меня уже есть 3 банки и есть Эль Примчик. Эль Прима, здорово, чё, как делишки, ребятишки? Так, одного мы загасили. Я думаю, то, что она была... Ну, хотя, в принципе, можно и порыпаться. Я думаю, то, что он меня все равно убить не сможет. У него банок-то поменьше. А вот Барлейчик издалека меня будет стрелять. Это меня уже нифига не устраивает. Я лучше к нему тпкнусь и его быстренько, конечно же, загашу. Он там ультой что-то целился. Но, конечно, что у тебя может получиться? У меня, кстати, еще один наблюдатель есть. А кто это, интересно, там сидит из подписчиков? Если это ты, напиши в этом в комментариях. Ну, чтобы я знал, кто за мной сейчас чекает прямо в этой катке. А я пока что должен этого чувака убить. У меня уже есть топ-3. Но меня, конечно же, устроит только топ-1. Единственное условие, в котором я смогу здесь затащить. Только где все бравлеры ныкаются, я понять не могу. Чуваки, вы что, решили покрысить, что ли? Вы понимаете то, что у вас это особо не получится. Так, я увидел Дэрила. Вижу Дэрила, иду к нему. Так они там еще и вдвоем. Давай, я сразу же двоих загасил, одного и второго. Плюс 15 кубков за одну катку. Хорошо. И получается, я уже частично подошел к своей цели. 77 кубков, 15, получается, я выполнил. Еще нужно 22 вроде бы. Так это вообще изи. Это можно в одной катке двух чуваков убить, а во второй вообще ничего не делать. Просто топ-1 занять, и все. И получается, изи будет победа. Но мы, конечно же, постараемся максимально сильно запушить наши кубки и убить в этих двух катках максимальное количество людей. Для этого нам, конечно же, нужны будут баночки, потому что без них мы 100% не справимся. У меня уже есть 3 штуки, и я так думаю, то, что пора, в принципе, потихонечку выдвигаться уже на центр. Я вот только не понимаю, что за фигня, почему у меня звук в Brawl Stars опять, блин, отключился. Офигенно, конечно, Brawl Stars, спасибо тебе огромное. Когда я начинаю запись, у меня просто берет и выключается видос. Ой-ой-ой, мне это пока что не надо. Я пока что просто баночки фармлю, а потом после этого я уже... Случайно на ульту тыкнул, я не хотел этого делать, я бы лучше на Джесси сейчас ультанул, блин, и закосил бы ее. Ну ладно, давай мы до нее тогда так, пешком, так сказать, добежим. И, конечно же, ее убьем. Потом там у нас еще Бул есть, но Була забрала пушка. Ладно, тогда я просто баночки подберу и пойдем сразу же всех уничтожать и испепелять. Тем более, что я здесь вижу Брока. Здорово, спасибо тебе за баночку и за вторую. Ну, в смысле, то, что я тебя убил. Ха, окей. Так, у нас там есть Эль Прима, и он остался один. Поэтому я так думаю, то, что можно кинуть офигительное эмодзи за Дэрила. Конечно, он стандартный, и я так думаю, то, что эмодзи надо бы еще выбить. И можно, в принципе, это сделать прямо сейчас. А как ты думаешь, будем сейчас пинпак открывать или нет? Потому что у меня еще один пинпак есть в Brawl Pass, и я его все еще не открыл, как ты понимаешь. Окей, мы нажимаем сразу же играть снова, потому что я за одну катку должен выполнить, как, ну, точнее, за 3 катки. Должен поднять максимальное количество кубков. Я убил во второй, сколько я убил? 3 вроде бы, блин, я даже забыл посмотреть. Напишите в комментах, потому что я что-то немного реально про это запамятовал, так сказать. Итак, справа у нас есть рикошет наверху. И что, мы на него пойдем? Ну, я думаю, что, в принципе, да. Юля, здорово, чё, как делишки? Хорошо. Что-то мы с тобой недолго, на самом деле, общались.
А чё, автоатака не в ту сторону ультанула? Молодец, автоатака, спасибо тебе огромное. Вот тебе плюсы, играть, блин, симулятор называется. Окей, так, нет, на ниту я лучше... Ну, давай, ладно, окей, сюда мы залетим. Ниту, конечно же, заберем и опупитим, и все. У нас уже точно есть топ-6, но нам нужен, конечно же, только топ-1. Ты сам это понимаешь? Тем более, я играю на лол-кубках, и здесь играть, на самом деле, вообще максимально легко. Мы знаем то, что у нас внизу есть Карл, слева есть Пенни, потом снизу там еще кто-то бегает. И я так думаю, то, что мы всех, конечно же, прямо сейчас убьем. Итак, смотри, у меня, кстати, уже... я уже четверых убил, и я, в принципе, могу даже сделать плюс 17 кубков за одну катку. Давай мы постараемся это сделать. Раз, все, хорошо. Я думаю, то, что успех 100% будет на моей стороне. Потому что два бравлера осталось, и они бегают по разным сторонам. И как ты понимаешь, я их могу просто на изичи сейчас убить. Раз, Шелька под ртой. Не-не-не-не, мне такого счастья вообще не надо. Плюс 17 кубков за одну катку сейчас у нас будет, и мы это сделали. Блин, так я, получается, мог даже за две катки все кубки поднять. Окей, получается, у меня вроде бы, это, насколько я помню, рекорд. Потому что больше 17 кубков я 100% ни разу за одну катку не получал. А сколько кубков получали вы? Напишите плюс в комментах. Правда, возможно, конечно, сегодня уже ввели обновление, и можно получать максимум 28 кубков за одну катку. Но, на самом деле, не знаю, ведут его сегодня или нет. Напиши в комментах, если его уже добавили. Ну, а у меня уже есть два косаря кубасиков. И у нас еще есть, конечно же, ящики в Бравл Пассе, которые мы откроем с тобой прямо сейчас. Давай сначала заберем гемасики, потому что они нам пригодятся. Заберем один большой ящик, и из него нам дробнется три предмета. Не, не светится. Да что за фигня? Почему аккаунт, блин, какой-то вообще максимально невезучий? Ладно, так уж и быть. Давай тогда откроем один пинпак. Может быть, глядишь, из него нам что-нибудь интересненькое выпадет. И... опа-на! Эпический пин на барлейчика выпал. Хорошо. Ну, раз уж такое дело, давай тогда за барли еще одну катку сыграем. Правда, конечно, за барли играть симулятора вообще талая тема. Но я думаю, то, что у нас, конечно же, все получится. Блин, у меня, правда, еще монеток очень-очень мало. У меня на счету есть 73 гемасика. Можно, в принципе, что-нибудь купить. Погоди, так если бы у меня было плюс еще 6 гемов всего лишь, мне бы хватило на какого-нибудь бравлера. Можно было макс, блин, купить. Следующие гемы у нас есть только за 30. 36-й степ, до него я буду заходить вообще очень долго, потому что я квесты элементарно выполнять не могу. И на самом деле это будет чуть-чуть тяжело. Блин, может тогда еще что ли в игру задонатить? Не знаю, делать это или нет. Напишите в комментариях. Если, короче, много комментов будет, если вам эта идея понравится, то я еще в игру задоначу. Но на самом деле как-то не очень бы хотелось это делать. Ну, посмотрим. Все зависит только от вашей активности, от ваших лайков. Ну, вы сами, конечно же, все понимаете. Так, окей, здесь мы быстренько все забираем. Блин, я мог сразу же на 3 сейфа ломать. Ой, под пони, это я зря встал. Это я очень-очень зря встал. Короче, нужно пушку быстренько сломать. И нужно... Ой-ой-ой, наверное, зря я тоже так сделал. Меня сейчас Пенни может убить, нафиг оно мне надо. Капец. Так, окей, я еще гаджет свой просто так использовал. И у меня очень мало хп. И меня это напрягает, потому что Роза меня сейчас может просто с одной тыки убить. Нет, хорошо, мне нужно чуть отхилиться. Там еще Джеки бегает. Да почему все ближники-то вокруг меня? Отойдите, чуваки, нафиг вы мне здесь не нужны. Вот между собой можете там, в принципе, посражаться. Молодцы. Джесси, не-не-не. Не надо мне такого счастья. Спасибо. Пожалуй, воздержусь от твоих тычек. Сделаем вот так вот. О, там справа еще один параллельчик есть. Кот Оджей. В смысле, это что, ютубер, что ли, со мной какой-то играет? Нифига себе, а что за чувак? Не понял прикола, ну ладно. Эх, занял всего лишь топ-5. Топ-6 даже не повезло, не фартануло, однако. Но, блин, это все потому, что я элементарно играю с симулятора. А симулятора за барлейчика играть реально очень хардкорно. Но ничего, сейчас вот смотри, хоть я даже топ-10 займу, я все равно прямо сейчас после этой катки пойду открывать мега-ящик. И надеюсь, то, что мне хотя бы из него выпадет какой-нибудь новый бравлер. И желательно, это, конечно, было бы легендарка. И желательно вообще новая мэг. Но, блин, я понимаю то, что в игру я все еще не добавили. Чувак, уйди нафиг отсюда, ты что на меня так рыпаешься? Окей, мне нужно, видимо, чуть отхилиться. Потому что у меня есть с этим небольшие проблемки, так сказать. Давай мы, короче, здесь быстро закидаем. Там чуваки между собой пока что посражаются, молодцы. А вот этого была, я думаю, то, что сейчас уже можно добить. Потому что у него осталось, в принципе, мало хп. Нет. Нет, все, хорошо, все-таки его убил я. Я думал, то, что у меня фрага, блин, с коммунизили, но нифига подобного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, рикошет, пожалуйста, не рыпайся на меня. Хорошо, нифига себе, я еще Савелия какого-то убил. Это что, там Савчик, что ли, играет какой-то? Ну, басина, блин, потому что я туда тыку свою кинул. Ой-ой-ой-ой, подожди, зачем я разговариваю, зачем я разговариваю так долго? Потому что я свою тыгу туда кинул реально капец как давно, и он просто на ней умер. То есть он взял и на нее, походу, специально встал. Да уж. Бывают, конечно, и такие чуваки, а бывают еще вот такие вот рикошеты, которые просто берут и тоже, конечно же, сливаются. Эль Прима, это если что, мои банки, так что даже не смей на них залетать. Какой же ты жучара? Нет. Заняли топ-4. Ну ладно, в принципе, и так сойдет. Я потому что еще троих бравлеров убил. Просто половину тимы, блин, повыносил. Офигеть. Получаю сразу же за раз плюс 7 кубасиков. И сразу же, конечно же, бегу открывать мега-ящик. Потому что сейчас, я думаю, настало для него самое настоящее время. И давай мы с тобой просто откроем мега-ящик, и нам выпадают
Шестерочка. Опа, на. Так перед тем, как я этого бравлера нового открою, я думаю, то, что нужно просто взять и, конечно же, подписаться на канал. Кнопка подписки уже вот здесь вот рядышком появилась. Что ты на нее нажать, что ли, не можешь? Нажми, пожалуйста, если ты вдруг все еще этого не сделал. А еще не забудь посмотреть предыдущий ролик. А мне выпадает рикошет. Хотелось бы, конечно, легендарку какую-нибудь, но и так сойдет.